И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, сервер у нас Undertale RP. Димочек, поздоровайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Димон, для нас это что-то новенькое, мы ни разу такого не видели в Гаррис Моде, увидели случайно и решили записать. Здесь очень круто все. Я еще и третьего лица играю, и третье лицо неполноценное, я вижу полбашки только своей. А, не, у меня все от первого, нормально все. Ну так ладно, пусть будет так. Димон, там не утони. А, это просто бассейн. Че, пошли по мирам? Я так понял, что это миры. Давай заходим сюда. Блин, опа. Классно все сделано. Так, нас сразу же встречает музычка. Тут музыка здесь есть, Димон, да? Да, я пропишу стоп саунд. Тун-тун, тин-тин. О, так, да? Тин-тин, да? Хорошо. Так, эту карту мы видели. Как они все это сделали в одной, объединили, я не знаю. Там еще разные так. Локации есть. О, нормальная тут. Просто красавчики. Димон, я вижу, на того есть полоска жизни. Значит, тут есть, наверное, да, валево. Да, на того тоже есть. Тут, походу, с кем-то сражаться вам даже предстоит. О, Димас, я в тебя могу книжками кидаться. А как ты их берешь? А листай просто. Так. Ребята, Новый год. Димон, смотри, что здесь измененное. Че? Ура, елка! А, точно, Новый год же. Ее не было, да поставили. О, подарочек нашел. Че, можно его взять? Да. О, я взял. Мне дали каких-то ремингтон 1858. Там же можно потом будет на них там что-то покупать. О, кстати, прикольно, вот эти подарочки мне понравились. Пошли локации все посмотрим. Если на них можно что-то покупать, то... Получается, можно купить себе... О, Димон, ты помнишь это? Да, кстати, помню. Я думал, они тут пофиксили как-то. Не, баг так и остался. Ой, дельфинчик этот еще в бассейне о, плавает. О, тут смотри. Есть. А че он зафриженный-то? А его заморозили, да. А, это чтобы не, нет, это, ничего сервер не грузило, поняли. О, на базу тэпнулся. Так, давай дальше, Димон, следующий мир. Следующий, следующий. Ой, что такое? Меня назад откинуло, что такое? О, здесь уже банк. Круто. Здесь уже... О, тут, может, в мочилово будет? Димас, офигеть, смотри, в подарке было оружие. Ничего себе ты крутой, а на что у меня есть? О, на F4 нажми, Димас. А ну-ка. Можно покупать профессии тут. Ух ты, ничего себе, тут сколько всего. Я и забыл. Так, подожди, у меня 50500. Ого. Диман, я возьму этого. Кого? Папайруса. Воу, класс. Я Папайрус. А мне кого взять тогда? Не знаю, Диман, бери кого хочешь. Ребята, ставьте лайк, если вы любите Папайрус, как я. Это вообще Undertale. О, я не знаю, как этого зовут, я забыл уже. Ого, у тебя оружие крутецкое. А у меня когти есть, Димон. Смотри, я могу тэпаться. Оп, оп. Блин, Димон, этот режим люблю. Напоминает чем-то из цепи уже чем-то. Димон, тебя убить можно? А, нет, ай-яй-яй-яй-яй, Димон. Блин, это четко. Левел 1, он слева вверху, там все написано. О, еще один подарок тут был. Убил? Нифига себе ты жесткий. Димон, я бегу туда, к началу карты. Я больше не буду тебя убивать. Я мафит взял какую-то. Я тебя жду здесь, Димон. Ага, я тебя понял. А где ты меня ждешь? Там же? Возле портала, на этом же... На этой же локации. На этой же локации. Это ты? Да, да. Прикольно, блин. Офигенно сделано. Побежали. Я камеру поставлю. А тут нельзя ставить камеру. Я хочу просто посмотреть, как я со стороны выгляжу. Вау, это что? Это мы возвращаемся, что ли, или что? Нет, это мы дальше проходим. Да ничего нету. Да и ладно, ладно, ничего страшного. Сюда, сюда, туда, сюда. Очень непонятно. Но я думаю, кто играл в Undertale. О, давай вниз сюда, Димон. Хорошо знают, где мы сейчас находимся. А, блин. Эх, не повезло. Димон, как ты думаешь, это самодельная карта или вот это вот добавлено? Я такого не видел в воркшопе, эту часть карты. Ну, в принципе, это можно и самому сделать. Тут что, текстурки? Да что ж такое-то? Ничего глобального нету, да? Бежим. По сути, мне кажется, тут... Ой. Ох! Ты меня убил, что ли? Да, ах, ты человек. А я возьму себе другую работу какую-то. Ого, у тебя руки в боки, а чё так-то?
Не знаю. Ты лисица с руками в боки. Давай как богатырь. Дальше вот сюда в лес пойдем. Погнали. Ты знаешь, как я сделал третьего лица? Я помню эту карту. А третьего лица, знаешь, как от первого сделать обратно? Как? Вот ты хочешь. Нажимай на S русскую. Ну. И там такая вот лупа такая со стрелочками. Так. И disabled dead person. О, точно. О. С чуваком можно, кстати, с этим сражаться. Тут мод стоит. Знаешь, почему у меня настройки? Потому что я когда-то этот мод юзал, и у меня было настроено от третьего лица. Откуда у меня калашик? Кто такой? Кастасирко. А кто тут самый дорогой? Вот какая-то Ториэл. Ториэл. Ториэл, Ториэл, Ториэл. Чуть подальше камеру сделай. О, вообще бомба. Понятно. Вообще по-другому Гаррисмот воспринимается, когда третьего лица играет. О, Ториэль! А чё, я прикольный? Да, у тебя классный скин, мне нравится. Да, я тоже возьму скин другой. Геророчка какая-то. Поплотнее. Димон, смотри, кто я. Невидимый ты у меня. Сейчас появлюсь, наверное, надо подождать. Не-не-не, ты у меня герорк. Да? Хорошо. Это Фриск, смотри, видишь Фриска? А сейчас? Вот, ты сейчас какой-то... О, ты пират. Ты пират. Норм? А сколько мой лук тебе снимет урона? Ай, больно. У меня было 200, стало 173. Не сильно много. А нет, Димон, получается 70, 65 где-то. Да хватит. У тебя, у тебя еще была броня, я уверен, да. Была. Она даже на мне одета, видно. Здесь тоже, Димон, елка. Димон, смотри, ой, что у меня есть. Подарки? Смотри, что здесь. Ничего себе, у меня меч крутецкий. Ты видишь, что тут? Угу! Это мы можем все брать? О, давай поиграем в автоматы. Я в автоматы поиграю. Очень знакомая. Да, нормально. Рубимся. Так, что, Димас, ты победил? У чувака выпало что-то даже. Блин, чувак поднялся здесь, походу. Так, что я еще могу взять? Так, ставка, Димас, вообще. О, Димон, у меня дробаш есть. Да что ж такое? По сколько снимает? По 500. Ай. Димас снимает. Так. Опять ничего. Я, короче, хочу что-то выбить отсюда. Я так понял, только ай, деньги можно. По пятихаточке снимается. Неплохо. Ай, да что у меня бьет? Да что он меня бьет? Я его не тронул даже, я рядом стрельнул. О, я поднялся чуть-чуть. Это, а Димон, к тебе бегу. Вот этот цветочек, нугет. Димас, по тебе нугет стрелял? Да, не-не-не, там какой-то челик в зеленой шапке. Я не могу туда прийти. Это он и есть, Димас, это он и есть. О, Димон, тут лед есть. Где? О, вот здесь вот. Вот этот домик, вот эта штука, которая тебя убила. Это человек реальный. Может, его загасим, Димас? Да не надо. Это же будет уже как бы... Помню следующую жизнь. А чё меня трогает? А с чего гаси это его, вдруг? Гаси его, Димас, гаси его. Пошел отсюда. Это наш район. Доковырялся не до того. Неплохо мы его, Димон, вальнули. Пошел отсюда. Может, новых персов каких-то мощных возьмем? Давай, Диванчик, еще кого-нибудь возьмем. Так. О, да. Я Санса возьму. Угу. Вот ничего себе тебе оружка. Сансить будем, давай. Угу. Тыщ. Еще такая музыка. И музыка крутецкая играет. Лучше стоп-сон пропишу, потому что она громко. Меня убил этот чувак. Блин, жесткий. Димас, так, а какой я самый тут поизучаю персонаж вообще? Так, это такое. Так выглядит, это так выглядит. Ого, тут сколько людей тусуется. О, я думаю, это котяра, она самая мощная. Общаются здесь, постоятся. Во-во-во. Ой, я сейчас тпхнусь, Димон. Все, давай, я на спауне. Пошли в другую локацию. Давай сюда. Во. Три Санса. Нормально. Пушка. У тебя дробаш есть, значит, и у меня есть. Да, есть. У меня еще такой есть меч, смотри. Ща. Нормальный звук пойдет. Ниндзя. Тря.
Я слышал, Димас, как ты там песенки поешь, санцевые. Так, ну что, санцевые, что будем делать? Ну и давай карты все посмотрим, я не все видел. Эту карту я ни разу не видел, где мы сейчас играем. Это какой-то домик, хата твоя. Ну что-то новенькое для меня. Это, наверное, наш дом теперь будет. Пошли дальше, Диман. Да, давай следующую карту посмотрим. Вот эту давай. Последнюю. Во. С домиком что-то связано. Вообще непривычно, 2D. Да что ты багаешься во мне? 2D. Во, прикос. О. Да что ж такое-то? И елка здесь, Диман, тоже стоит. Нормально. Ну, все-таки Новый год, почему и нет, да? Давай быстренько ого, Диман, смотри, как здесь красиво! Это королевство чье-то. Все, Диман, теперь мое королевство. Пошли дальше, Диман, давай. Пробежим все, покажем подписчикам и зрителям все. Давай. А все, тут... А, нет, еще не тупик. О! Это конец игры, что ли, типа? Это у нас битва с боссом, вот с этим. Не давай знаю, драться. Диман. А вот дальше идти можно. Сделано круто. Нет, и как ты пэхнуться назад? А назад, наверное, и так просто идти надо. Там же ты сказал, еще есть две локации, там где огненно, а туда хочу быстренько пройти. Да, давай еще туда сгоняем. Бегу со всей силы. Бег очень быстро здесь сделали. Вот это скорость. Ой, двойной прыжок, кстати, еще. Точно! О, так даже быстрее. Все персонажи продуманные. Так, ты запрыгнул? Да, давай сюда, да, ты говоришь? Давай направо, вот сюда вот. Вот оно. Ты под воду сейчас спускаешься, Диман? Какую под воду-то? Я в лавом этом огненном. Сейчас. Какую воду? Все. Там просто внизу туннель открывается и в воду падаешь. Это какие-то, это паркур, что ли? Да, наверное. А ты бежишь, да, по этому паркуру все? Я упал! А, сжигаю меня, меня сжигают. А там ловушки есть? Ничего, конец паркура. Умираю. Тут конец паркура, что ли? Ничего нету? Я помер там, короче. Ну я так понял, что там все, конец, давай прыгнем. Ух, Димон, я тоже упал. Так, также банк. Побежали. Ну, чтобы не потерять, наверное, вещички свои, короче. Так. Прикольно у тебя скин. Нормальный. О, ух. Подарочек еще один новогодний. Блин, ты все воруешь. Мне не ворую, я нахожу. Паутина не надо? Так, у меня есть инвентарь. Что у меня в инвентаре есть? Волчара такой. Язык вытащил. Вот это неплохой револьверчик. Еще один. Так, да хватит воровать, оставь мне. Что ты все воруешь подарки мои? Это тебе не нужны. Нужны. А зачем? Ёлка здесь. Еще подарок. Одна. Фух, хоть что-то украл. 7000 голды, Димон. А могут тэпаться? Ничего себе, тоже хочу. А нет, нельзя, походу, меня обманули. Холодильник эрорный. Ой, тут какие-то код 12, Димас. Че, кто-то разыскивается, что ли? Ничего себе. Чувак на пианине не прохладу. Разыскиваются три санца. Приметы лысые и белые. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.